Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD Battles 2. И это ночное включение, потому что я только узнал о выходе этой игры. Причем узнал я его от зрителя. Большая благодарность ему. Я просто даже не представляю. Я не был готов к этому. Я очень ждал, ну как-то знаете, что выйдет. И вот она вышла, наша первая версия игры. На самом деле она еще очень сырая, я только прошел обучение. Как вы можете заметить, что тут везде очень даже может быть плохое качество или еще что-то. Зачастую тут иконки подтормаживают, но она есть. Я как раз таки открыл Гвендолин, пройдя обучение. Еще даже ни разу не сражаюсь, тут есть у нас какое-то общение. А, ну общение это просто совместная игра, а почему так называли, странно. Также мы можем покупать украшения. Которую мы, конечно, когда-нибудь будем покупать, пока что нам не хватает. Будем копить. Также без магазина никуда, знаете, игра только вышла. Зато вы уже можете купить себе VIP, купить обезьяне деньги, все хорошо, да? Как раз таки потом мы, наверное, в первую очередь будем открывать новых обезьян, потом уже героев, потому что они стоят по 3000. И давайте сейчас как раз таки я при вас куплю одного магического героя. Я бы очень хотел купить обезьяна-мага. Посмотреть, что да как. Так, у нас тут сразу дали XP. Давайте прокачаем. Вот этот. Хочу навык прокачать. Как вы можете заметить, что меню тут действительно подлагивает. И это не у меня на видео. Это действительно так оно и есть. А чтобы дальше, кстати, тут прокачивать, нам не хватает опыта. Как раз таки недостаточно было, чтобы играть. Тут какие-то новости. Первый сезон как раз таки вышел. Давайте сыграем в наш первый бой. Я в это не верю. Что наконец-то она начинается. Единственное, что... Я надеюсь, что вам все будет хорошо слышно. Давайте выберем Гвендолин. Ну, потому что я как-то... Ну, за нее еще ни разу не играла. Мне было бы интересно. А как тут вот так выбрали? Теперь мы готовы. Все нормально, идем. Наша первая битва за Гвендолин. Наша первая битва с магом. И первая битва на этой карте. Как я надеюсь, что у вас все будет хорошо со звуком. Что вам все будет нормально слышно. Это вот вообще. Мы теперь справа, кстати. Справа я ни разу не был. Подождите, откуда идут? Отсюда? Реально отсюда. Так, ну давайте вот сразу же его вставлю. Блин, а тут шпилькомет реально был бы крутой. А что так жестко? Почему так, ну... Чего? Мы в первой же игре баг нашли? Ну что он делает? Ну что это такое, ребята? Вы это видите? Понятно, первый блин комом. Первый блин комом. Ну блин, как обидно. Как... Ну все, поражение. Вы посмотрите, поражение только потому, что он бил в этот предмет. А мне за это что-то вычтут? Ладно, ничего не дали, но... Блин, обидно. Я в шоке. Так, множители. Следующий сундук. Да нам вообще не до следующего сундука. Нам бы хоть раз сразиться, что ли. Что это вообще было? Я не понял. Так, давайте заново Гвендолин. О, я... Это... О, это чел сам выбирает карту. Пускай это будет. Хочу. Блин, а вот не знаю на самом деле. Вот здесь уже шпилькомет не так выигрышно смотрится. Здесь можно и оставить того, кто у нас уже есть. Мы вот можем анимацию даже прислать. Единственное, что во время загрузки странно, что нет никакой вообще музыки. А так, в главном меню мне очень понравилась музыка. Она прям такая красивая. Но единственное, чтобы вы хорошо слышали, у меня эта музыка почти полностью отключена. Так, подождите, откуда? Так, вот отсюда вылетают. Давайте тогда вот так что ли сделаем. Или что? Что-то я запутался. А, они с двух сторон опять идут. И давайте вот сюда вот Гвендолин. Так.
Пипец, конечно. Почему сразу же опять так сложно? Я почему-то думал, что они будут попроще, что ли. А тут сразу же волны. Или это мне отсылают, слушайте. Вдруг... Да, реально, это мне отсылают. А я думаю, что меня так заваливают? Ну все, получай. Сейчас тебе такая ответка будет. Он офигеет. Так, вот тут вот есть немного прокачки. Прокачиваемся, конечно же. Так, давайте ему вот еще поставим. Нашу обычную обезьяну. Мы ему сейчас будем все отсылать по максимуму. Мы первую кровь сделали, у него кто-то прошел. Смотрите, смотрите, ему прям тяжело. Еще отсылаем. Тяжело, так пускай дальше. Не будет гнать на нас. Мы пока что получаем дополнительные деньги, будем по максимуму отсылать. Че, я не против. Так. Вроде пока справляемся. Новые шары тут появились. Блин, а проблемно, посмотрите. Нам так тяжело стало. А, первые проходят у нас. Что происходит? Пожалуйста, живите. Так, тут вот еще прокачиваемся. Пипец. Почему он так нормально пока что идет? Как-то все так сложно, знаете. Нервы, нервы. Ужас. Так, ну теперь у него, я как вижу, какие-то проблемы появляются. Но мы ему не даем расслабиться. Вот сейчас самое главное это не дать человеку расслабиться и прокачивать себе больше дохода. Чем больше мы отсылаем вот тут шаров, тем больше у нас доход. Доход это вот зеленая цифра, которая как раз таки растет. И возле шаров нам как раз таки показано, что при отправке какой вот у нас, как у нас доход будет увеличиваться. Я ему все комбинирую. Вообще ничего, в принципе, не выходит. Так, новый уровень у Гвендолин. Так, нам бы тут еще попрокачивать. Как вы можете заметить, что иногда действительно идут какие-то пролаги. Это правда очень странно. С учетом того, что игра выглядит действительно нетребовательной. Ну, то есть самая обычная такая игра, которая для телефонов подходит и все. А некоторые менюшки тут очень плохого качества. На ту же самую Гвендолин вы тут можете посмотреть. И она тут действительно как бы очень странная. То есть очень плохо прорисованная, детализирована. Ну ладно. Так, подождите. У нас тут проблемы. Что такое? У нас проходит так много. Откуда? Почему? Нас вообще не дают опять шансов. Я в шоке. 29 хп, ну все, мы опять проиграли. Да что это такое? А у нас всего один только прошел. Что-то это вообще... Это что? Это надо учиться играть теперь? Пипец. Ну мы сделали первую кровь. И теперь мы, кстати, да, то есть это не страшно, если мы проигрываем в самом начале, потому что мы сейчас будем набирать опыт. А опыт нам нужен безумно. То есть давайте вот сейчас я тут даже проверю. Магические. Так. А опыт-то ему реально надо очень много. То есть, видимо, в первые моменты мы действительно будем проигрывать, пока будем копить этот опыт. А после накопления уже как раз таки мы сможем сильнее прокачиваться и быть более конкурентоспособными. Потому что многие тут, наверное, это уже много всего сделали. Так, давайте тут посмотрим. Ну, давайте возьмем Квинси, попробуем его. Я не думаю, что здесь шпилькомет прям поможет, потому что такая карта на самом деле не закругленная, не очень удобная. Так, ожидание соперника. Он тут выбирает героев. Что у него там? Герои особенно есть, что ли? VIP-статус. Вот представляете, вот все для доната сделано. Ну я до сих пор не могу поверить, что я уже играю в эту игру.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам она. Хотели бы увидеть больше видео по ней? Хотели бы вы, чтобы я как-то побольше разобрался в этой игре? Потом, если что, может быть, вам подсказывал, что да как. Блин, я опять не там поставил? Ну да ладно. Так, давайте сразу же отправлять. А, он нам тоже сразу же начал, смотрите там. То есть тут надо еще вот эти все карты запоминать. Потому что один это типа наш выход, а второй это вот соперник, который нам уже отправляет. Я-то думал, почему сразу столько шаров-то летит? Почему? Откуда столько их находит-то? Так, теперь вот эти мы ему еще отошлем. Нам не жалко. Надеюсь, что он оценит. Так, вот можно еще сюда мага поставить. Блин, что сейчас проходить будет? Надеюсь, что нет. Не хотелось бы. Так, ну вроде пока нормально. Awesome. Так, давайте теперь желтые им будем отсылать. Надеюсь, что у нас пока что все справляются. Давайте еще вот тут вот поставим двоих. Так, сразу надо еще больше отсылать. Надо постоянно контролировать, знаете, что мы вечно до кого-то отсылаем. Потому что тут это очень важно. О, новые. Так. Вот этих мы сейчас быстренько прокачаем. Чтобы они тут помогали, потому что тут довольно-таки, как по мне, важное стратегическое место. Дайте денег, пожалуйста, надо больше отослать. Ну, зарабатываем, кстати, уже неплохо, по 360. И это, кстати, действительно вот та игра, где ты постоянно за чем-то следишь. Вот даже, знаете, как я много сказал, знаете, я что-то в шоке. Что я даже не успеваю следить за ХП соперников, ну, соперника своего или вот еще что-то. Я просто на максимуме сфокусирован на себе, на том, как вот мы пока идем. И слушайте, я бы сказал, что пока что более-менее. Пока что более-менее. О, еще появились. Так, давайте новые будем ему еще отсылать. Смотреть да проверять. А тут можно какой-нибудь поставить? Эх. Так. Давайте вот сюда поставим одну пушку. И вот сюда еще одну пушку. Так, быстренько ему еще будем отсылать. А то что-то это он расслабился, по-моему. Как по мне, мы сейчас идем уверенно. Довольно-таки уверенно. Буду отсылать, получать больше денег, чтобы потом нам прокачать обезьян, которые я тут уже поставил. И сможем в этой стороне еще могу поставить. О! Фиолетовые шары. Ну, кстати, на удивление неплохо таки справляться начал. Мне это не очень нравится. О, зебра. Конечно, теперь мы зебру будем отправлять. Так, давайте я тут прокачиваю. Он начал отсылать, вы посмотрите. Пипец. О, свинцовые шары пошли. Так, а кто первую крафту сделал? О, у него кто-то прошел. Так, я чуть немного не понял, но у него кто-то реально прошел. Так, тут еще немного прокачали. О, тут новые появились. Так, конечно же, мы ему сейчас их будем отсылать. Так, еще отправляем. Прям сейчас бесконечное множество ему будем кликать без остановки. А он, посмотрите, уверенно справляется. Мне это не нравится. Но у нас, к счастью, тут аж две пушки. Вы посмотрите, что он сделал. Что это? Как это вышло?
Тут уже какие-то... Что происходит в этом мире? Я не представляю. Первую кровь. Вот вы понимаете, каждый раз делаю вроде бы первую кровь. Все вроде бы идет успешно. Ой, я множитель сделал. Зачем и как я это сделал? Ну ладно. Надеюсь, что нам это ничем не аукнулось. Эх. Давайте попробуем еще одну игру. И, наверное, я буду на этом заканчивать. Это будет как наш первый обзор. Конечно, очень жалко, что мы что-то так проигрываем. Так, давайте карту посмотрим какую-нибудь. Понятно. Опять она. Так, ну я бы здесь оставил Квинси. Он здесь действительно очень полезен. Да давайте так все и сделаем. Буду просто постепенно стараться играть, также набирать опыт. Так же, как и мой, и для обезьян. Чтобы потом мы могли идти дальше, прокачивать больше. И идти дальше. Ой, ты что кидаешься? Сейчас тоже какую-то насмешку сделаю. Так. И сейчас будет наша битва. Great Monkey 4414. Это ник, конечно. Невероятный. Так. Куда бы нам встать, Квинси? Я бы его поставил здесь. На самом деле, как по мне, хорошее место. Он сразу же с двух сторон будет отстреливать. А наш соперник ничего не хочет ставить? О, он поставил. Он, видимо, не умеет играть. Он ничего не понял? Или что-то понял? Но он мне ничего не отсылает. А, отослал. Пипец, блин. Наговорил. Он что-то использует, там какие-то скиллы еще дополнительные. Ну, по-моему, зря он так все сейчас наиспользовал в самом начале же игры. И он сейчас, ему даже как бы не до того, чтобы мне что-то отправлять. А. Опять я что-то вру. Сидит, отправляет мне довольный. Так. Вот, немного прокачался, теперь можно опять его отправлять. Так, еще вот что сделал. О, первый кровь. Надо обязательно сейчас дальше прокачивать. Мы ему чуть-чуть хп отняли. А почему он герой не ставит? Мне кажется, тут герой очень нужен. Кстати, вот он здесь поставил шпилькомет. Он тут такой классный. Понятно. Буду знать. Знаете, это как... Опять все-таки опыт. Ну, его главное немного ему опыта прокачать. Потому что на самом начале он как бы мало на что способен. Это потом он уже такой весь классный становится. Так. Отсылаем ему. А что-то денег нет? Дайте денег. Так, все, отслали по максимуму. Сейчас еще будем. Так, теперь новые шары тут появились. Пока что человек справляется. Может быть, у него какая-то тактика особенная есть. Я уже понял, что в этой игре... Ну, типа, нельзя не недооценивать соперника. Вот это вот реально. Вот сколько раз я уже такой... Ну все, у нас так все хорошо идет, так все хорошо идет. И все плохо заканчивается по итогу. Это очень грустно. Так. У нас, похоже, сейчас кто-то проходить уже будет, потому что тут все плохо. Еле как. Пока что еще справляемся, слушайте. Хотя сейчас точно кто-то допройдет, потому что, смотрите, тут уже что-то совсем много всего. Так. Еще отправляем. Это денег. Ну, мы еще и отсылаем без остановки, поэтому как бы денег тяжело будет получить. Он-то ведь нам все отсылает, отсылает все больше и больше. Давайте тоже скиллы какие-нибудь использовать. Что это только нам? А я понял, похоже, эти скиллы-то как раз-таки очень нужны. Или я что-то недопонимаю. Их реально надо использовать с умом. Понять бы, знаете, что они еще делают.
Потому что мне так кажется, для каждой игры свои скиллы. То есть они типа будут опять обновляться. Так, давайте тут ускорим. А, он еще своих усилил. Давайте мы еще своих усилим. Потому что какая-то у нас теперь проблема. Блин, а у него тут куча пушек. Поэтому тут будет проблема, конечно, свинцовыми идти на него. Так, деньгами поделитесь. Пожалуйста. Надо еще вот здесь поставить, потому что здесь место, где как бы никто не стреляет. А мы можем его задействовать. Оно будет нам очень полезно. Так. Во, еще сейчас тут прокачаем. Блин, сейчас пройдут. Реально прошло немного. А он со всеми справляется. Я не понимаю. Он какой-то очень сильный. Еле как успеваю отправлять ему кого-то новых. Я ему тоже и керамику отсылаю. Слушайте, а керамика это тема, похоже. Блин, вот сейчас это мне надо было бы иметь ускорение. Потому что тут ускорение это вот, конечно, классно. И вот смотрите сейчас, как у меня будет проходить. А он... Ой! Да пипец. Опять поражение. Ну да ладно. Какой-то день невезучий. Ну, будем смотреть, будем надеяться, что все нормально будет. Использовать бесплатный множитель наград. Ну, слушайте, раз он бесплатный, так давайте будем каждый раз использовать. Чё это я сразу же не заметил? Я теперь будем всегда его использовать. В чем у нас прикол? Ячейка, чтобы получить следующий сундук, победить еще 3 раза. Ну, слушайте, это будет очень легко. Мы это, конечно же, сможем. Так, у нас тут XP появились. Но мы пока что ничего прокачать не сможем. Но уже радует, что они начинают появляться. Но, видимо, чтобы чего-то прям нормального добиться, надо очень много раз сыграть в эту игру. Прям вообще. И, видимо, сейчас я как раз-таки и буду всем этим заниматься, чтобы снимать для вас какие-то интересные видео. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, что да как. Вам было бы интересно узнать. Это было такое вводное видео. Мы просто узнали азы, что да как. Ни разу не победили. Это невероятно и немного обидно, но да ладно. Как мне нравится музыка в этом меню, я надеюсь, что вам она слышна хорошо. А на этом, наверное, буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!